Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. И сегодня у нас новый ролик о бирже CoinEx, а именно, ребят, хочу уже сделать вот вам отличную новость, потому что сегодня я уже разыграю наш конкурс на 1000 цет. Извините за задержку, так как я обещал, что разыграю 10 числа, но были дела, и я просто-напросто не успел. Как вы помните, я говорил, что условия конкурса будут оставить комментарии и сделать репосты. Сам конкурс провелся здесь, в данном ролике CoinEx обучение по бирже, как начать торговлю плюс конкурс. Вот, ребята, здесь вы участвовали, и наши вот победители, то есть те, которые вот остались и выиграли. Победители это Basketball Dream, Данил Гапонов и Нузнакомик Зе. Ребята, если вы сейчас смотрите данный ролик, обязательно напишите мне в Телеграм. Я всегда оставляю свой Телеграм в описании под роликом. Пишите мне, давайте мне свои репосты и, в принципе, давайте свои кошельки цет от биржи CoinEx. Я каждому из вас скину 333 токена цет. Сейчас один токен 0,56 копеек, ну то есть в рублях. То есть, по сути, мы даже посчитаем, сколько я вам в итоге скидываю. 333 умножим на 0,56. 186 рублей, ребята, я кидаю каждому из вас. Я думаю, это был очень приятный бонус с такими легкими условиями. Поэтому пишите мне в личку, забирайте свои бонусы. И спасибо вам за поддержку. Вот так вот, ребята, сегодня разыграли 1000 цет. Скоро будет еще один новый ролик, также на CoinEx токены. Поэтому, ребята, не пропускайте эти возможности, потому что, ну, это просто легко было, и для вас это как бы и интересно, и в то же время профитно. Вот, ребята, данная биржа, то есть я уже снимал про нее ролики, здесь вы получите свои средства в цет-токенах, и здесь вы их будете использовать. Также, ребята, не забывайте о тех новостях, про которых я рассказывал, про то, что они запустили новые торговые пары с такими токенами, как CFX и DOT. Поэтому и также про конкурс обязательно не забывайте, где вы можете получить легкие $5. То есть, ребята, используйте эти возможности, потому что, ну, это легкие, опять-таки, 400 рублей. Вот все новости тут показаны, в прошлых видео я рассказал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!